Вот такая игра состоялась с человеком. 1588 у меня был. Рейтинг у него 1529. Вообще-то у меня белые, у меня тут явное преимущество. У меня времени меньше было, поэтому я, чтоб не проиграть по времени, уже начинал быстро ходить. Вообще-то, если постарался бы, сконцентрировался больше, то, может быть, и мат ему поставил. Но получился пад. Немножко кое-что, кое-где прогадал, я просто боялся по времени опоздать, думал, ну будет пад, так пад, ничего страшного. Лучше, чем потом по времени проиграть. Теперь игру покажу. Когда я не знаю, куда идти, я просто делаю такие шаги, которые ничего не дают, чтобы где-то скрыться в местечко, чтобы просто времени на меня не шло, пусть на него время идет. Поэтому так пустыми шагами похожу. А вот тут можно было пойти, ему мат был бы. Я не заметил это. Тут мне как надо было идти, так и мат. Но это так все быстро не сообразить. Мне надо было тут идти, а тут. Мат, то мало осталось до мата. И что пат у меня минус 2 очка, а ему плюс 2 балла. Вот по сути на всей игре я выигрываю.